На Нежинском горно-обогатительном комбинате начинается бурение стволов шахт по уникальной технологии без взрывов. Ранее она с успехом опробована в Канаде. Накануне работ землю на месте будущих скважин заморозят по причине заболоченности. Комбинат должен вступить в эксплуатацию к 2020 году. Его мощность составит до 2 миллионов тонн калийной руды в год. 25 новых специальностей откроют в Минской области к новому учебному году. Принимают абитуриентов в этом году 35 колледжей и лицеев. Многие из них расширили список специализаций. К примеру, Минский областной колледж возобновляет обучение по специальности садово-парковое строительство. При этом в области временно не будет осуществляться прием по 43 квалификациям. На Логойщине развернулся полевой лагерь для юных спасателей. Традиционный слет собрал 23 команды из разных уголков Минской области. Организаторы подготовили для них насыщенную программу. Проведение спасательных работ при падении вертолета, тушение пожара, ликвидации химической аварии. Лучшая дружина примет участие в республиканском слете. Для Голубых озер Любанского района нашелся инвестор. Иностранное предприятие планирует организовать на территории карьеров зону для занятий водными видами спорта. Будут проведены исследования для определения участка для купания. В настоящее время с целью безопасности людей действует запрет не только на купание, но и на посещение озер. Млынбай. Новости, достойные внимания.